Все. Не специалиста. Так, ну что нам нужно? Терапевт может? Открытая регистратура, кабинет для быстрого оформления документов, запись на прием к врачу через инфомат. Вопрос здравоохранения – один из проблемных в муниципалитете. Где-то не хватает специалистов, где-то оборудования. Ситуацию взял под личный контроль глава городского округа Дмитрий Волошин. Осмотрел поликлинику номер 3 на улице Кирова. Вместе с врачами проверил состояние оборудования, ремонта, пообщался с пациентами. Когда делаете, по принципу, как мы договорились с вами, то, что мы делаем, каких специалистов не хватает, поставить сюда этих специалистов, оборудование для них необходимое, капитальный ремонт, весь блок. Министр ждет от меня, когда я закончу объезд, и мы с ним уже примем решение, что мы сможем сделать за счет инвесторов, что за счет министерства и за счет нас. В ближайшие 3 недели каждый врач может обратиться к главе с проблемными вопросами. Все обращения медиков будут рассмотрены. В конце февраля проведут форум Министерства здравоохранения, озвучат сроки и планы по решению проблем.